Всем привет, это Петр Семилетов с очередным выпуском музыкального пингвина. Сегодня мы поговорим о создании ударных партий. А традиционно в Linux долгие годы для этого используется и использовалась замечательная драм-машина Hydrogen. Мы ее запустим. Вот Hydrogen. Откроем демо-композицию какую-нибудь. Просто так. Вот. Обычная партия писалась в Hydrogen, потом экспортировалась в виде цельной композиции или петель в WAV-файл и вставлялась в тот же Ardor. Я предлагаю несколько другой подход, при котором нам тоже понадобится Hydrogen, но просто в качестве загрузчика звуковых банков, банков ударных инструментов. Hydrogen позволяет загружать из интернета наборы ударных. Для этого мы идем в инструменты, импортировать библиотеку. И вот тут есть список доступных ударных библиотек звуков с сайта hydrogenmusic.org, а можно еще вписать вот такой вот musicalartifacts.com hydrogen drum kits xml, и тут будут еще дополнительные звуковые банки. Чтобы установить банк, мы выбираем его и потом нажимаем на кнопочку «Скачать и установить». Вот он скачивается и устанавливается в ваш локальный каталог. Таким образом можно накачать много банков ударных и использовать их в Hydrogen. Хорошо, вот допустим вы что-то там скачали. Теперь мы закроем Hydrogen и перейдем в Ardor. В Ardor создадим MIDI-дорожку. Назовем ее Drums. Drums. Вообще, я в своих проектах я все дорожки называю, все ударные дорожки обозначаю буквой D. Или если этих дорожек несколько, я пишу D01, D02. А в качестве инструмента мы поставим LV2 плагин под названием Дыры-мыры сэмплер. Вот давайте мы его add and close. Сразу установим. Этот дыры-мыры сэмплер — это LV2 драм-машина, которая видит наборы инструментов, загруженные в Hydrogen. Сейчас мы подключим. Вот мы сейчас нарисуем простенький такой паттерн ударных и посмотрим, что у нас получится. Вот у нас уже петля. Теперь мы переключаемся снова на drum sampler и попробуем переключать наборы инструментальные. Thank you.
Таким образом, мы получаем очень гибкую драм-машину, которую можно партии, которые можно редактировать прямо в Ardour. Можно как рисовать их карандашиком, так и записывать с MIDI-клавиатуры. При этом DRM-ресемплер видит все как предустановленные банки звуков. Ну вот у вас в дистрибутив Linux, скажем, входит Hydrogen с каким-то набором уже этих банков. Вот DIR Mr. Sampler их видит, но видит также и скачанные вами. Их очень много, этих вот наборов ударных. Если количество элементов управления превышает то, что умещается на экране, то их можно сдвигать, зажимая клавишу Alt и перемещая содержимое окна мышью. И в завершении расскажу, как работать удобно с барабанными петлями, в частности, MIDI-петлями. И в завершение нужно рассказать об удобной работе с барабанными петлями, в частности, MIDI-петлями. Вообще все звуковые фрагменты в Ardour называются регионами. В русском переводе вы можете встретить там и области, и даже выделение, и еще там что-то. Ну вот я предпочитаю пользоваться словом регион. Чтобы продублировать регион по дорожке, надо пойти в меню Region и выбрать Duplicate. Вот у меня для Duplicate назначено Alt-D. Можно еще выбрать вообще Fill Track, и тогда одним и тем же фрагментом будет заполнена вся дорожка. Ну вот мы делаем дубликаты. Вот мы сделали 4 дубликата. Воспроизводим. Работает. Но при дублировании региона создается копия, которая с содержимым связана с подлинником. Если мы вносим изменения в копию, они отражаются в подлиннике. Вот видите? Оп. То есть мы начинаем, мы хотим, допустим, изменить какие-то из этих петель, но изменения зеркалятся дальше. Что делать? Что делать, чтобы разорвать эту связь порочную? Для этого существует функция действительно разрыва связи. Чтобы разорвать такую связь, нужно пойти в меню Region, MIDI, Unlink from other copies. Вот у меня оно навешено Alt-U. Давайте мы попробуем сделать Unlink. Вот мы сделали Unlink, и таким образом у нас создался новый регион. Теперь давайте попробуем внести в него правочку. Вот. Теперь правка не отражается на других копиях. Но если мы продублируем вот этот оторванный регион, то теперь дубликат будет связан уже с тем регионом, который мы продублировали. Итого, вносим изменения в регион 2, скажем так. Вот это изменение отразилось в копии региона 2. Вносим изменения в копию региона 1. Изменение отразилось в подлиннике региона 1. Таковы принципы работы с барабанными петлями в Ardour.